И чтобы вам не встретилось в пути, я дам вам силы все перенести. Мы едины, мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Командный дух нам помогает, все мы разные. Но дружба побеждает! В Брянске прошел финал региональных соревнований спасателей Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». За звание лучших боролись 28 команд школьников практически из всех районов Брянской области. Соревновались в пожарной эстафете и на маршруте выживания. Помимо этого, ребята рисовали стенгазеты и снимали видеоролик о своей команде. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится. Это увлекательный, веселый спорт, преодоление всяких препятствий. Это очень интересно. Среди городских команд победителями стали ребята из Клинцов. Среди районов – лучшими севские школьники. Они и отправятся отстаивать честь Брянской области на межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Рязань. Алексей Соболь при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.